Ах, ну почему наши дела так унылы? Как вольно дышать мы бы с тобою могли. Но где-то опять некие грозные силы бьют по небесам из артиллерии земли. Да, может и так, но торопиться не надо. Что ни говори, небо не ранишь мечом. Как ни голосит, как ни ревет канонада, тут сколько ни бей, все небесам нипочем. Ах, я бы не клял этот удел окаянный, но ты посмотри, как выезжает на плац. Он наш командир, наш генерал безымянный. Ах, этот палач, этот подлец и паяц. Брось, он ни хулы, ни похвалы не достоин. Да, он на коне, только не стоит спешить. Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин. Он лишь человек, что же он волен решить? Но вот и опять слез наших ветер не вытер. Мы побеждены, мой одинокий трубач. Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер. Что тешит тебя в этом дыму неудач? Я здесь никакой неудачи не вижу. Будь хоть трубачом, хоть Бонапартом зовись. Я ни от чего, ни от кого не завишу. Станьте вы, как я, ни от чего не завись. И чтобы не плел, куда бы не вел моя лодка, жди, сколько воды, сколько беды утечет. Знай, все победят, только лишь честь и свобода. Да, только они, все остальное не в счет. Да, только они, все остальное не в счет.